Очень часто при возбуждении уголовного дела применяется мера пресечения свободы в виде подписки о невыезде. Цель избрания этой меры в том, чтобы удержать лицо, которое обвиняется или подозревается в совершении преступления, от осуществления действий, способных помешать следствию. Подписка о невыезде, нарушение поведения, значит, состоит в письменном обязательстве подозреваемого обвиняемого не покидать своего постоянного места жительства без разрешения дознавателя, следователя, суда. Также является в назначенный срок по вызову дознавателя, следователя, суда. Подписка о невыезде – самая мягкая мера пресечения, так как лицо, к которому она применяется, может жить обычной жизнью, ходить на работу, по магазинам, встречаться с друзьями, ведь он находится на свободе. Неудобство заключается лишь в том, что нужно будет являться по вызову следователя и нельзя покидать определенную территорию. Если обвиняемому, подозреваемому необходимо выехать куда-то, он должен оповестить об этом следователя, написать заявление, изложить в заявлении причину своего выезда. Если следователь признает данные обстоятельства уважительной причиной его выезд, то с разрешения следователя, дознавателя, суда, как по уголовному процессуальному кодексу, данный гражданин имеет право уехать. Сам бланк подписки о невыезде не содержит данных о сроке ее действия. Однако при оформлении подписки должно быть указано, на какой период времени она избирается. До окончания предварительного следствия или на период предварительного следствия и суда. В случае нарушения подписки о невыезде положение человека может только ухудшиться. Как правило, нарушение карается изменением меры пресечения либо на домашний арест, либо на заключение под стражу.